Мое почтение, дамы и господа, вы на канале Best Video Games, с вами Хиткрап, и мы продолжаем прохождение Ведьмака, третью часть, Дикая Охота, и, в принципе, я думаю, что мы сейчас отправимся на задание коронации. Коронация, значит, нужно нам прибыть под священный дуб. Сначала давайте найдем Fast Travel, чтобы быстренько перенестись по карте, не будем бегать мы на Платвейне пешком. Да, только я зачем-то бегаю, но... А, в принципе, нет, сначала вот сюда сбегаю, продам. У меня куча, блин, непотребства, блин, в карманах лежит. У меня там столько баблишка сейчас по карманам раскидано, что надо это все скинуть быстренько. Кузнецам. Гравировка. Кузнецы, я помню, тут еще богатенькие у нас. Справишь клинок, и бьешь заново. Меч должен хорошо рубить, некрасиво выглядеть. Что, опять мечи ковать? Так, блин. Ой, хорош. Значит, вернулся? Я был прав, а? Да уж, ты был прав. Давай поторгуем. С удовольствием взгляну на товары. Так, что у нас тут есть? У тебя 1800 всего лишь денежек. Я очень надеюсь, что этих денежек хватит, чтобы у меня все это барахло скупить. Так, 800 монет, ну давай. Давай еще немножко потерпи. Блин, вот это вот я продавать не мне нельзя продавать эти все доспехи зеленые. Зеленые мне продавать нельзя. Здесь там ничего нет, под шумок я ничего зеленого не скинул. Это хорошо. Так, все, денег у него нету. Но если есть возможность обменяться с ним на что-нибудь более интересное. Реликт, доспехи Сундвига. Нет, они хуже. Притом намного. Это что такое? Не знаю. Возьмем, прочитаем, что это такое. 5-й уровень, 8-й. Так, доспех Нергарская гвардия. Кожаные штаны. Ну, это говнище я покупать не буду, это однозначно. Ну, эти дурацкие чертежи. Купить, я вижу, мне ничего не удастся тут. У него ничего ценного абсолютно нету. Да. Ничего ценного я у него не просто-напросто не вижу. Поэтому, дружище, мы с тобой распрощаемся на этом интересном слове. Хотя, давай посмотрим, что там еще сковать можешь. Изготовишь для меня кое-что? Что ты можешь для меня изготовить? Штаны школы медведя. Улучшенные штаны. Двадцать пятый уровень. Ну ладно, будем 25-го уровня ждать. На самом деле, по штанам. Школы медведя. А улучшенные школы медведя есть у нас? Школы волка-то понятно. Грифона. 18-й уровень у нас уже есть. А вот школы медведя мы еще не нашли. Шкары. Так, улучшенные можно уже сделать, но это опять же 25-й уровень будет, когда мы на это согласимся. Во всяком случае, я вижу, что он единственное, что может мне тут сковать, это доспехи. Вот оружие, это ему уже не под силам. Да. Поэтому до свидос, дружище. Будь здоров.
Так, все, тут больше для меня ничего интересного нету. Быстренько бежим к постревелу. И отправляемся на коронацию. Кто же станет королем из этих ярлов? Так, быстренько табиком. Ближе всего я вижу лагеря друидов. Так оно и есть. Именно отсюда и начнем наше путешествие. Так. Друиды на месте. Здесь даже травник. Черный указатель. С красной группой. Хочешь купить что-нибудь? Покажи, что у тебя есть на чем. Покажи свои товары. Может, что-нибудь и понадобится. Квенчик, слабенькие камушки. Зелье Петри, ух ты. Это я точно куплю. Вырванная страница, твар из Василиска. Забираю. Так, и все, я больше не помню, что мне еще может понадобиться, на самом деле. Вот эти корни, может, мандрагоры, я помню. Сколько их? Ну, возьму штук 7. Душистый перец тоже штук 5. Аринарий, я помню, надо было. Вот эта хрень. Ой-ой-ой, нет. Вот это вот я не помню. Вроде бы я искал. Так, что это такое? Кровостой. Возьму. Тут, конечно, надо было бы все по чуть-чуть. Зеленая плесень. Ух ты, плесень всегда понадобится. Семена спорыни. Ух. Вороний глаз. Спорынь тоже возьмем. Ну, тут такие растения, которые характерны только этим местам, и поэтому лучше, конечно же, забирать по возможности все эти редкостные травки. Блин, ну, не знаю, сера. Так, хватит, наверное, спирт краснолюдский. Хотя этого спирта нахожу постоянно дофигищ. Все, хватит, дружище. Прощай. Так, прощай. Дальше мы уже проследуем собственным ходом. Да, только с помощью плотвы. Иди сюда, дорогуш. Плотва. Все, быстрей, поехали. Поехали, помчались, полетели, плотва. Давай, дорогуша. Там у тебя уже такие обвесы, что ты должна, блин, как ракета лететь. Самонаводящийся. Ой-ой. Я чуть поворот не пропустил, а там уже вдалеке слышатся какие-то звуки какого-то лешего, мать его. Шевелись, плотва. Плотва уперлась какой-то камушек и ни в какую дальше не хочет идти. Блин, тут еще такая хрень узкая. Постоянно дорога куда-то, блин, меня в не ту сторону тянет. Ой-ой, что это? Блин, мне аж вспомнилось сразу же готика, и там маги, блин, воды в таком же обмундировании были. Вот какое-то, блин, второстепенное задание на самом деле. Гремис, ты не становишься моложе. Ты должен передать свое знание. Должен лосось на нерест идти, а я буду делать, что хочу. Оставь меня в покое. Друиды. Алхимия. Да? В чем дело? Кто был тот миленький старичок, с которым ты говорил? Это Гремис. Он из нашего круга. Выдающийся алхимик и упертый зловредный осел.
Что ж, я достаточно провел времени с чародейками, чтобы понять, что большая ученость обычно сопровождается еще большим высокомерием. Но чародейки-то берут учениц, а Гремест нет. Он столько формул знает, рецептов, способов усваивать самые убийственные токсины. Но скорее заберет знания в могилу, чем ими поделится. Вот старый хрыщ. Может, для меня он сделает исключение? Может, для меня он сделает исключение? Ну да. Скорее, у меня вот здесь амела вырастет. Это новое задание для меня, да? Ведьмак? Ну окей. Значит, может, меня научит? Вот, я хочу с тобой поговорить. А я нет. Ты мне мешаешь. Слышь, старый. Я хочу, чтобы ты поделился со мной познаниями в алхимии. Значит, ты собрался стать моим учеником. Вот это здорово. Может, еще спросишь у Дальрика, не поделится ли он с тобой землями с пики рога? Я серьезно. Правда? А я вот посмеялся. Я посвятил алхимии всю жизнь, сынок. Буквально. Сидел над ретортами с утра до ночи. Задыхался от испарений, обжигал кожу кислотой. Так что если ты думаешь, что я просто так отдам тебе знания, которые вырвал у природы за годы трудов, то ты ошибаешься. Могу я тебя как-нибудь убедить? О боги, ты назойлив каковот перед бурей. Я как раз готовлюсь к одному весьма трудному ритуалу, так что помощь бы мне пригодилась. Хоть бы и твоя. Если выполнишь три моих поручения, я возьму тебя в ученики. Ну вот, значит, все-таки можно. Не умничай, а слушай. Во-первых, принеси цветок курослепа из лесов Морскогина. Во-вторых, раздобудь мне бутылку спирта из старой винокурни на Градовой горе. И в-третьих, убеди Фритьефа помочь мне провести этот обряд. Он друид, как и я. Ты найдешь его под Бландере. Кажется, он поехал туда по каким-то делам. Ну, так как? А мне эти друиды, ну, на самом деле нравятся. Они более такие симпотные, чем те ворожаи, с которыми я имел дело в Велине. Так, ну окей, я сделаю это. Хорошо, я сделаю все, о чем ты просишь. Но скажи, что за ритуал ты собираешься провести? Если хочешь стать моим учеником, отучись задавать вопросы. Я буду решать, что ты узнаешь и когда. А теперь иди. Одна нога здесь, другая там. Пока я не передумал. Ах ты ж старый хрыщ. А ты пустишь меня, блин, в свою берлогу? Ух ты. Даже пускать не надо, я с ноги зашел. Ну ничего ценного тут я не вижу. Да, блин, ни одного ящика, ничего абсолютно. Как бомжара какой-то, блин. Ничего не имеет. Так, ну сначала давайте, наверное, под дуб. Потому что это задание будет у этого ворожая долгим. Вперед, плотва. Вернемся пока что к коронации. Мне все-таки интересно, кого же выберут. Из всех претендентов. Блин, опять я не туда бегу. Вот он, дуб. Дубгейт. И тут все произойдет. Слава богам! Погоди-ка, встану на цыпочки. Ноги-то уже не те. Кстати, там какое-то еще одно задание. Я еще молодушка. Так, я думаю, его взять, это задание. Да, это что такое? Эй, подойди сюда. Еще один друид. Блин, вы как евреи тут такие стоите. Ты звал меня? Ага. К счастью, мать природы не обделила меня голосом. Не то, что других. Видишь ли, один из нас, Эгель, вдруг онемел. Ни заклятия не помогают, ни эликсиры. Но говорят, голос могут вернуть сильные чувства, переживания. Так что я подумал, может быть, ты... Я, конечно, заплачу. Дам тебе отличнейшую карту для гвинта. Ух ты. Это интересно. Можно попробовать, но я даже не знаю, с чего начать. Мне его что, напугать? Вот. Да. Да. Именно.
напугать, разозлить. Что хочешь, только не причини ему вреда. Эгель обычно крутится у священного дуба. Бедняга, наверное, возносит молитвы о своем выздоровлении. Так, окей. Еще одно задание получил. На какого-то бешеного еще одного друида. Да, но я думаю, это все будет происходить после того, как основная масса ярлов уберутся из-под этого дуба, я смогу найти того ублюдка, которого надо будет исцелить. Быстрей, быстрей! Все ярлы уже собрались! Коронация началась! Кейри Санкрай, новая королева Скеллиге! Боги к нам благосклонны! Кейри Санкрай? Ух ты, это интересно. Недавно мы вернули морю Брана, но сегодня тризна кончается. Сегодня, по воле богов и кланов, ступит на трон новая королева! Воздадим ей честь! Прикольно. Да, это прикольно все-таки. Первая женщина на троне. Я знаю, не все хотели видеть меня в короне. Я благодарю всех, кто был за меня. Здесь, под священным дубом, клянусь, что буду доброй королевой для всех. Я надеюсь, на Скеллиге воцарятся мир и достаток. И вы поможете мне исполнить эту мечту. Кейрис! 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 Короче говоря, в принципе, я согласен с этим выбором этих дикарей. Они сделали правильный выбор, она самая, в принципе, достойная, самая адекватная из всех этих костоломов, бляха-муха. Поздравляю, ты будешь хорошей королевой. Благодарю. Меня бы здесь не было, если бы не ты. Ну и какие планы у новой королевы Скеллиге? Слушать, учиться и еще раз слушать. А там посмотрим. Хороший план. Надо объединить планы. Я бы постаралась избежать войны, но если на нас действительно готовится напасть Нильфгард, придется дать ему отпор общими силами. Сговориться с людьми из Друмонда будет непросто. Я видел Лугаса на коронации, он был взбешен. Это еще мягко сказано. Наши роды всегда были в ссоре. Но я попытаюсь с ним поговорить. Я что-нибудь придумаю. Держу за тебя кулаки. Будь здорова. Так, отлично. Ну, видимо, что одну из сюжетных линий на Скеллиге мы уже полностью увидели. Этот одноглазый прикольный. Хельгер черный. За мать ее. Да. 18 уровень задания. Ну и давайте как раз посмотрим, какие задания поблизости мы можем выполнить заодно. Так, пропал человек. А это нужно еще с Цири где-то искать ее. Так, ну мы что-нибудь поближе. Вот шоковая терапия. Так, реагирует. Сейчас давайте сначала это задание возьмем. Нужно будет отрезвить этого ублюдка, который тут возле дерева, кстати, где-то находится. Вот он где тут вот. А потом еще и станем, короче, учениками у того алхимика. Это вообще будет интересно, это же задание. Алхимия, я люблю алхимию. Надеюсь, я много чего нового узнаю из алхимии.
Так, вот этот душевно больной пацан. Ты и есть тот самый молчащий друид? Ну да, глупый вопрос. Слушай, тебе, блин, как раз неплохо было бы пообщаться с одним, блин, полуросликом на болотах, его встречал в Велине. Он там откладывать любил. Так. Какими способами тебя пытались лечить? Тебе давали какие-нибудь эликсиры, травы? Мало того, что не мой, он еще и глухой. Когда ты потерял голос, можешь показать на пальцах? Ах ты ж, сучок. Очень приятно с тобой общаться. Знаете что, я думаю, его если немножко... Вижу, мы не договоримся. Прощай. Разговорами тут, кажется, не поможешь. Я его немножко арном сейчас захерячу. А почему я не могу? Осиное гнездо. Может, получится его использовать для шоковой терапии. Она может наделать много шума. Если в нее как следует грохнуть, когда может, он пойдет спать. Я погашу ему огонь, и он что-нибудь скажет. Так, тут что-то есть. Так. Осиное гнездо. Давайте попробуем сначала огонь погасить ему, а? Ну что? Дурак, блин. Не пробрало, пацана. Вижу, мы не договоримся. Прощай. Блин, опять мне факт показывает ублюдок. А если ему нассать в этой глетчике? Да, но сначала давайте осиное гнездо используем. Да, но он должен заснуть, по идее. Вот, он там что-то прилег. Надо использовать осиное гнездо. Но почему оно не активное, вот я не понимаю. Или, я не знаю, поджечь, что ли? Как Дарт Вейдер, блин, дышит. Вижу, мы не договоримся. Прощай. Так, ну вот что с этим, блин? Мешать друиду до тех пор, пока он не выйдет из себя. Да и не проще, но как мешать, как ему? Так, что-то, блин, не то. Синое гнездо. Ну я не знаю, не активируется, ну что такое на самом деле? Что за напасть? Вот он пошел. Куда он пошел?
О, все, есть. Разогнал, отлично. Ой, хорош, ну что? Скажи хоть слово. Она меня опять факт показал. Сучоныч. Вижу, мы не договоримся. Прощай. Блин, да ж какого ты хрена мне уже третий раз показал факью. Скотина. Ну а теперь что? Да что такое? Вижу, мы не договоримся. Прощай. Так, потушу тебе, блин. Отцепись от меня уже! Ты! О! Хорош! Молчание. Все пропало. Три года ни слова, ни единого писка. До сегодня я нарушил обет. Ты доволен? О, да, детка. Я хотел по-хорошему. Ну так не вышло. Прочь с глаз моих, пора. Так, я вот не понял, я сделал хорошо, плохо, блин. Ну, давал он какой-то обет, ну окей. Ну, блин, я не знаю, я спас его или нет. А другого выхода и не было на самом деле. Да? А, я отсюда слышал, как он вопил! Отличная работа, ведьмак. А вот награда, как я и обещал. Не люблю, когда из меня делают дурака. Запомни это. То в следующий раз онемеешь по-настоящему. Опыта, ну нормально. Ну окей, выполнили. Но зато новую карту получили, кстати. Для гвинта. Я собираю, коллекционирую эти карты. Так, тут есть какой-то торговец. Я не прочь бы у него. Ух ты! Еще один вход какой-то есть. А там наверху, блин, уже все пляшут. Играют. Барабаны стучат. А я тут, блин... А, черт побери, это что такое? Добро пожаловать в священную рощу. Что? А, так это ты продаешь. Покажи мне свои товары. Отлично, я думал наверху, а он, оказывается, тут прям находится. Очищение. Ух ты. Блин, дорогой эликсир, блин, штуку стоит. Можно будет очки свои перенаправлять. Это прикольная штука. Увеличит вес, который ведьмак может нести без перегрузки. Твар беса, твар тролля. Забираю. Масло против огров улучшенное. Забираю. Против вампиров. Короче. Отлично, все. Отлично. Забираем. Заберу. Белый мед. Ясыпь. Мэрибор. Короче, это все дешевка, забираю. Отличная пурга. Ой, даже вот это вот эту штучку одну возьму. Штука дорого, конечно, блин. Но, возможно, понадобится. Кстати, я потратил. Ой, очень много денег потратил. Я только
очень сильно надеюсь, что я смогу эти деньги каким-то образом вернуть. Очень на это надеюсь. Так, вот это все мне не надо. Вот это все уже прочитано. Все. Отлично. Так, дружище, ну блин, хреново, что он ничего не покупает. Очень хреново. У него 5 штук в кармане. Потенциально моих 5000. Как у меня, как у него их выторговать? Это дешевые всякие мутагены. Да, дешевые на самом деле вообще. По 4 копейки. Ну, блин, мне кажется, что эти мутагены в первых версиях стоили намного дороже, чем сейчас. А сейчас прям вообще дешевка. Да, все. 5000 у него на руках, и я только могу вот этими всякими квенами, не знаю, пробовать у него забирать аски. Ладно. Я не так уж часто пользуюсь этим говнищем. Глушение. Из равновесия. Мощь Игни. Ай, хрен с ним. Это мощь всех знаков. Равновесие. Арт отдаю. Блин, это хороший арт. Его отдавать не хочется. Сила атаки. Короче, ради денег я тут вообще на все готов. Продал все по максимуму. Зато этих формул, короче, немереное количество тут нашел. Надо будет потом алхимией хорошенько заняться. Но это уже сделаю после того, как вот это задание выполню. Так, где это задание находится? Дополнительное упражнение в высшей алхимии, вот. День хвали вечером. А, черт, я думал, это лошадь. Хотел оседлать. Короче, зато рецептов ушел, блин, просто немерено. Просто немерено. Ого-го-го-го-го. Короче, не так уж близко мне. Ого-го. Так, сделаем эту серию небольшую. Будет такая, два здания каких-то выполнили. Коронацию. Одного друида привели в себя. Я думаю, продолжим уже в следующей серии. Пока что ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии под видео. С вами был Хиткраб. Пока-пока. До новых встреч, друзья.